Живописные пейзажи и натюрморты. В галерее Турина гора открылась новая выставка. Интересно, что ее авторы – художники, не профессионалы. Как и где освоить искусство живописи, узнавала Анастасия Романова. Люди самых разных профессий. 33 года назад их объединила любовь к искусству. Так в Барнауле появился клуб самодеятельных авторов «Художник». Валентина Смирнова пришла в коллектив 4 года назад. До этого почти 40 лет проработала в проектной организации. Прошла двухгодичные курсы живописи, освоила все необходимые навыки и теперь ежегодно участвует в краевых выставках. И мне очень приятно, когда кто-то, хотя бы там несколько человек, увидели то, что увидела я в этой своей работе, и что я ощутила, что почувствовала. Кураторы клуба – алтайские художники Владимир Кикоть, Алексей Югаткин и Евгения Октябрь. Они не только проводят уроки в городе, но и выезжают с живописцами-любителями на пленэры, например, в Горный Алтай. Если честно, вот по сибирским городам и весям, как говорится, я езжу, я нигде о таком клубе не слышала, у которого еще такая большая история, такая традиция. Это дорогого стоит, это очень замечательно и на самом деле необыкновенно. Стать участником клуба можете и вы. Занятия проходят в художественной школе номер 2. А пока посетите выставку самодеятельных авторов в Туриной горе. Она будет работать до 6 февраля. Анастасия Романова, Сергей Балуев. Новости.